Мне почему-то резко захотелось снимать влог. О, спонтанно так. А почему мы опять не снимали влог? Не знаю. Ну вот, видимо, будет новый влог. Вот, плывем на речку Донецк. Привет. Я боюсь телефон уронить. Вот такая вот речка. Это микрофон. I'm on good already, so I don't be scary. I'm the way you let me go. Don't be dancing with somebody. Whoa! Yeah. Вот рабочая сила нашего главного грибунья. Какая девочка, а? Посмотрите. И торт умеет приготовить, и лодку повозить. Да. Лучшая, пожалуйста. Аплодисменты девушке. Такой у нас стол. Немножко, ну да, лимонады. Короче, тут есть белки, которые едят орехи. Всем привет! Сегодня у нас будет кулинарное шоу «Вместе с Мишей в лесу» называется. Итак, первое, что мы берем, не естественно, не изи-бизи. Мы берем такие corners, цельнозерновые чипсы, you know. Берем, значит, одну штучку. Потом берем хумус такой просроченный. Потом берем помидорку. Кладем вот так. И все. Наслаждаемся. В общем, мы решили пойти. Никто не поймет, что это. Но мы пошли в Дива Остров. Не знаю, буду ли я кататься, но сходим. Потому что там Алена хочет очень прокатиться на каких-то страшных. Как это, аттракционах? Вот. Идем только ради нее. В общем, мы купили все. Практически все. Пока что на первый аттракцион, который называется «Крылатые качели». Я был на нем года два назад. Это был пиздец. Он выглядит не так страшно и безобидно, но на самом деле это очень страшно, потому что там, по сути, это огромные качели. Но когда, типа, когда она раскачивается и потом вниз резко, это пиздец. Мы пришли на первый аттракцион. Я не пойду. Ты не снимала. Подождите, я... Блять! Мы вышли, и Таня не сняла нашу реакцию. Только стронули с места, и Миша... Это реально страшно. Это кажется, что не страшно, но на самом деле это пиздец. Так, мы пришли на второй. Называется Хопла. Но мы туда не пойдем, пойдут только Даша и Алена. Ну как? Пиздец. Пиздец. Мы просто едем, такие. И она кричит: мы не доплачивали, остановите, пожалуйста. Живая, слава богу. Итак, наша третья остановочка будет Великолукский мясокомбинат. Вот этот, который второй, синяя горка. ЛГБТ комьюнити. ЛГБТ инструктор из НАТО. Я обучаю нацию трахаться в сраку. Мы купили на вот этот вот мясокомбинат второй. Поедем вчетвером. Там еще Дашкинск.
Вот. Куда ты нас затащила? Куда ты нас затащила? Это что такое? Боже мой. Мы внутри. Что сказать? Что? Девочка с Марса. А, телефон, а я думал, сова. Ой, бля. Там со звуком, посмотрите, как там. А, окей. Время 5 часов утра. Сука. Почему же мы в 5 часов утра на... Как это называется? Ну, короче, здесь. Потому что мы, во-первых, ходили сегодня на день рождения гаража. Потом мы сходили на разводные мосты. Извините меня, разводные мосты. Ходили? Я да. Вот. Потом что? Потом мы пришли сюда, и мы ели кукурузу. Что еще сказать? Час назад мне очень хотелось спать, все хотели час назад спать, очень сильно. Сейчас как-то не хочется больше и спать. И домой как-то и не хочется теперь уже. Все, сказать больше нечего. Всем пока. Скажите им пока. Всем пока. Пока, дорогие наши читатели.